Приветствую всех, с вами Финаргот, и рубрика вопросов героям Dota 2 возвращается. И сегодня в студии Team Empire находится Антимаг, которому мы будем задавать вопросы. Антимаг, почему ты ненавидишь магию, если сам используешь ульту с магическим типом урона? Позвольте объяснить. Процесс выжигания маны идет за счет физической реакции, используемого мной реактива, с молекулами маны, которые наполняют всех героев Доты, и, к сожалению, я не исключение. Вы скажете, но ты все равно используешь ультимейт, который является магией. Я отвечу, да, так и есть. Но это есть прикладная химия. Когда я делаю замах при помощи трения клинков, я высвобождаю реактив, которым покрыты эти клинки. Он и дает ход химической реакции, в ходе которой мана вражеского героя становится нестабильной и происходит взрыв. Диджей Вован хочет знать, родился ли ты с ирокезом? Нет, он приклеенный. Миша Брешко интересуется, что ты видишь, когда блинкуешься. Антимаг, а нафига ты размалевал себе лицо акварелью? Акварель? Нет, это гуашь! Ярик С10 спрашивает, почему ты рубишь магов своими лезвиями, а не очищаешь их огнем? Ну да, я уже пробовал пару раз. Антимаг, ты когда-нибудь навещал первую доту блинком? Почему ты фармишь до тех пор, пока тебе не снесут трон? Черт. Не хотел услышать этот вопрос. Понимаешь, у меня редкая зависимость. Антимаг, как ты относишься к тому, что Valve сделали так, что ты с Террорблейдом больше не братья? Ты был мне братом! Я любил тебя! Берсеркер интересуется, бывали ли у тебя случаи, когда ты телепортировался в стену? Что за черт? Может, не надо? Надо, Федя, надо. Как ты относишься к проигрышу в Рейс Кингу в Рошпит Батле? Слышь, это кто проиграл? Камера выруби, Эдсоген. Я сказал, камера выруби. Самый умный, что ли? Вопрос он тут, блядь, задает. Нихера я не проиграл этому полутропу. Забейте. Он никогда не умел проигрывать. Ну, а вы пока оставляйте свои вопросы мне в комментариях под этим видео. Верни камеру.